Ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант» стартовала и в Чувашии. Студенты чебоксарских вузов познакомились со спецификой работы правоохранительных органов. Присоединилась к ним и наша съемочная группа. Сегодня студенческий десант высадился в экспертно-криминалистическом центре МВД по Чувашии. На вооружении у специалистов современная профессиональная техника. Эти цифровые устройства – аналог сейфа, где хранится необходимая информация. Восстановить и извлечь ее можно с помощью компьютерно-технической экспертизы. Именно здесь проверяют на подлинность улики, изъятые с места происшествия. Записи разговоров и звонков попадают в фоноскопическую лабораторию. Здесь исследование проходит в два этапа. Записи дается акустическая и лингвистическая оценка. Помогаем идентифицировать человека. Записан на какой-либо фонограмме, это либо телефонный звонок, либо какая-то запись диктофона. И сравниваю его с подозреваемым, либо лицом, которое неизвестно. Такая экспертиза очень эффективна при телефонном мошенничестве. Зачастую голос записи уже имеется в базе правоохранителей. Узнать, есть ли в составе подозрительного вещества наркотики, можно при помощи хроматографа. А флуоресцентный анализатор и инфракрасный спектрометр помогут узнать более точный состав исследуемого вещества. Познакомили ребят и с боевыми подразделениями. Бойцы отряда особого назначения «Гром» провели для студентов краткий экскурс в историю боевого оружия. Имитируют нас попадание в десятку. То есть целимся под центр мишени. Сейчас на вооружении у полицейских компьютерные стрелковые тренажеры. Их ребята смогли опробовать лично. Помимо учебных стрельб, бойцы «Грома» проработали с ребятами и основные приемы самообороны. Каждый год к нам приезжают студенты молодые, смотрят, знакомятся с той работой, которую мы проделаем тут, в наших лабораториях. Профориентации, еще, скажем так, патриотическое воспитание молодежи. Все это все вместе. Кто-то, может, изъявит потом желание поработать в нашей структуре. В этом году участниками акции стали студенты из 5 вузов республики. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, «Республика».